наш выпуск закончил школу 20 лет назад, и, видимо, он отличается тем, что покидало не только Б-класс, но нас тоже. Если их кидало по учителям, то нас по классам. Мы плакали в 9 классе, чтобы нас не делили, потому что у нас был очень дружный класс, и мы ходили домой к директору, чтобы наш класс остался в полном составе. Но, как говорится, все, что не делается, делается к лучшему. Если нас была половина, теперь у нас еще одна половина, которая вот так где-то стоит. Пойдемте к нам. Пойдемте, пойдемте. И у нас теперь, если была одна мама, то теперь две. И мы просим наших двух мам подняться к нам на сцену. Кофе стильный. Ирина Борисовна. Она вышла. Ну хорошо, мы ей передадим потом позже. Где? Ирина Борисовна, ждем вас. Мы хотим сказать огромное спасибо вам, Любовь Васильевна, и вам, Ирина Борисовна, за то, что вы вели нас по жизни. Когда мы заканчивали школу 20 лет назад, многие из нас не знали, куда пойти учиться. И наши учителя, они помогали нам, советовали. И советовали не только в классе, на уроке, но даже и на переменах среди шумной толпы. А было ничего не слышно, но тем не менее мы воспринимали ваши советы. И поэтому мы хотим сказать вам огромное спасибо. Также нет в зале Людмилы Петровны, которая тоже очень много нам отдала сил, времени. Лидию Дмитриевну не вижу, но тоже хочется сказать спасибо. В общем, огромное вам спасибо. И мы хотим, чтобы на ваших лицах всегда были улыбки.